тому, что из дома нельзя выходить без маски и антисептика, кажется, уже давно все привыкли. Средства индивидуальной защиты надежно прописались как в дамских сумочках, так и в мужских портмоне. Но некоторые горожане все еще пренебрегают санитарными правилами, напоминают химчанам о важности профилактики в ходе регулярных рейдов. Мы провели еженедельный рейд, проверили, все ли пассажиры сегодня у нас надевают маски, находятся в них в общественном транспорте. Эпидемия никуда не девается, поэтому данный контроль проводится еженедельно. Также водители, кондуктора проинструктированы о том, что если пассажир без маски, мы ему выдаем маску, либо, к сожалению, троллейбус не продолжает движение. Главная цель рейда – не наказать нарушителей, а провести профилактическую работу. Химчанам рассказали, как правильно носить маски, и попросили соблюдать санитарный режим.